Знаешь, кто такой Джатара Щоба? Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродам, как он сам. Шельмы, наконец, его отследили. У тебя есть возможность воздать этой гниде по заслугам и заодно немного подзаработать. Все подробности в письме. Чего вам подать? Говорят, у вас есть спецпредложение для особо взыскательных клиентов. Что порекомендуешь? О, месье знает толк. Для вас найдутся особо реалистичные вирты. Любой пол, раса, фетиш. Мы разожжем вам синапсы, разгоним серотонин по венам. Я хочу поговорить с Джотаро. Тебе жить надоело? Многие так считают. Говорю прямо. Уходи, пока можешь. На этот раз точно все получится. Шопы! Часы, пару плантов, квартиру свою. Квартиру? Да расслабься. Я еще отыграюсь. Прямо сегодня, если ты мне одолжил. Даже не мечтай. Вам подать.
Дарка, иду. Хочешь оказаться в настоящем раю? Не откладывай ни на микросекунду. Отправь космос на 7299 прямо сейчас. Хрустальный дворец. Реальная жизнь среди людей. Это Гуи! Какой-то здорово! Твою
твари в городе меньше. Супер. Спасибо, Ви, закрываю заказ. Ты орёшь сюда! Приехал фиксер из Советского Союза. Мой клиент хочет познакомиться с ним поближе. Съезди в порт Кабуки, поставь геотатчик на тачку дорогого товарища. Это авто он притащил с собой из страны Советов. Почитай подробности. Безупречная работа. Прямо как в кино. Тихо и красиво.
Правда, в кино и платят по-другому, но тут уже выбирать не приходится. Заказ закрыт. NCPD の管轄外エリアに立ち入る際は常に防弾ベストの着用を推奨します。 Вернуть краденые лекарства. Я отследила часть из них. Кто-то спрятал их на квартире в Кабуке. К сожалению, не знаю, на кого ты там можешь нарваться, так что будь осторожен. Если ты их вернешь, кое-кто из риперов тебя щедро отблагодарит. Все подробности я указала в письме.
слышишь этот вой по ночам? Будто режут его. Ладно, ладно. Ты только не пальни ненароком. Как ты меня нашел? По сигналу GPS. Ты не выключил передатчик на краденных препаратах. Просто отдай их, и я уйду. Краденных? Балоперидол их вообще не действует. Так кто тут у кого украл? Кто? Рипперы. Вот настоящие бандиты. Баллоперидол? От киберпсихоза? Я не псих! Тихо, тихо! Заткнись! Уходи! Отдай препараты. Раз не действуют, они тебе не нужны. Все вы из одного теста! Рипперы, политики и этот пидорас Холт! Ну, вообще, есть некоторые отличия. Заткнись! Ублюдок воровал из фондов! Крал деньги на исследования. Он не думал о больных. Ничего. Недолго ему еще. Я найду его и прикончу. Militech HKS-47 с полимерным усилителем. Ты был солдатом. 3-я легкая дивизия, 155-й пехотный полк Militech. 7 лет в джунглях. Там все было проще. А потом началась болезнь? Меня выкинули, как сдохшую батарейку. Это не повод становиться террористом. Где ты служил? В Бразилии. Все помню, как сейчас.
Грязь в сапогах, грязь на роже. Ни минуты отдыха. Как брейн-данс, который гоняет по кругу и не выключишь. Воспоминания еще живы? Живы. Только нет адреналина. Нет братства. Блять, как быстро обо мне забыли. Да все я понимаю. Ты зол, что тебя все обманули. Не только меня! Знаю. Но если убьешь Холта, тебе и таким, как ты, будет только хуже. На тебя начнется охота. Уходи. Уйди, пожалуйста. Знаешь, что я не уйду без препаратов. Забирай. Я хочу побыть один. Спасибо, Ви. Было нелегко, но ты вел себя как настоящий профи. Дело сделано, контракт закрыт.